Ну а мы с вами продолжаем. И следующая заправка — это заправка Рубикс. Начнем. Так, это заправка подразделения Авиаса. По скидкам все так же само. И должно быть по бензину так же, как с Авиасом. Ну, взвесим. 2,360. Давайте взвесим 2 литра. Оп. Вот так. Три восемьсот тридцать. Давайте еще раз оттарируем. Так, по нолям. 3,830. Итак, получилось 735 грамм. 735 грамм на литре, это недолив 5 грамм, в норме, все замечательно. И теперь проверим качество. Так, ну по цвету обычный, ничего особого, как и на Авиасе был. Так, и поплавок. Шпоньк. Так, а поплавок у нас показывает розовую отметку. Так, а розовая отметка — это у нас... Это 90-й. Ну, то есть, никакой разницы с 90... Ой, с Авиасом или Юконом нету. Ну и давайте полоску испортим. Разницы не должно быть, но дадим ей высохнуть, пускай сохнет. Так, ну а чтобы не совсем уныло было, мы разбавим Рубикс элиточкой. Это ТНК на минуточку. Это, кстати, одна из немногих заправок, где можно купить аж 98-й бензин. Ладно, так, полосочка, которая у нас с Рубикса, шпоньк. Не поменяла цвет. Все. Топку. Берем опять канистру. Берем опять височки. Итак. По нолям. Погнали. Хоп. 2,370. Аннуляция. Хоп. 2,370. Я 2 литра валю. Вторая, да? Итак, по скидкам, друзья. Заправляете все 30 литров, получаете 50 копеек на каждом литре. Либо же заправляетесь от 15 до 30 литров, вам дают купончик, ну, чек типа, на следующую заправку 50 копеек на литре скидка. Так, и взвешиваем. 3,915. Обновить. 3,915. Ну и третий раз на всякий уже случай. 3,915. Делаем нехитрые подсчеты. У нас получается 772,5 грамма на литр. Перелив 32,5 грамма от наших показателей в 740. Так, цвет бензина стандартный. Сразу же макнем полосочку и дадим ей высохнуть. Ну и самое главное, наш поплавок. Значит, розовый цвет 90, а оранжевый 92. Надо нам 92. Куда ветер его сгоняет? Так, из-за ветра у нас возникают проблемы. А оранжевый? Так, без сомнения, тут оранжевый цвет.
а это 92, четенько посередине. На этом мы наш челлендж пока заканчиваем. Рахлабан разбил колбу. Нужно искать новую. Ладно, найдем. Так, ну а мы набираем элиточку в элиточку. Помните, друзья, что мы продолжаем сбор информации по тестам. Я уже насобирал в комментариях несколько интересных тестов, которые можно будет провести после завершения челленджей. Так что и вы пишите в комментариях, какие тесты еще хотите увидеть. А бензин я отливаю, чтобы потом его еще протестировать. И что касаемо полоски, давайте посмотрим. Ой, мне кажется, она еще не высохла. Сейчас пускай еще чуть полежит. Так, и после высыхания, как мы видим, цвет нифига не поменялся. Значит, присадок запрещенных здесь нет. Так, ну и таблица. Таблица, которую еще с газового челленджа я начал. Вот, как можно видеть, были записи. И бензин мы продолжаем писать в этой же таблице. Вот уже все пройденные заправки, которые я протестил. В первой графе я пишу налив. То есть у кого-то минус, у кого-то плюс. Все вот сюда вносим. В процентном соотношении. То есть я заливал 2 литра и на 2... высчитывал, сколько идет перелив или недолив на 1 литре. То есть теоретически, если вы зальете 10 литров на ТНК, вы на 4% также получите больше, да? То есть, либо же минус 4%. На 100 литров зальете, тоже этот показатель меняться не будет. Октановое число, следующая графа. Здесь я пишу, какой бензин заливался. В основном везде 92-й, кроме NoName. NoName у нас 95-й. И октановое число, которое мы получили. Отличаются только заправки из подразделения Avios, они в основном все идут 90 плюс 1. То есть это и не 90, и не 92. Нет у меня на ариометре, там октанометре нету значения 91, поэтому пишу так. Ну и последняя графа, это наличие присадок, их нигде нет, кроме, опять же, NoName. Здесь присадка была. Вот так вот продолжаем записывать. А вы, вот видите, еще 3 графы осталось. Вы заходите на канал ВКонтакте, группа «Русская начинка», либо «Ежик и Белка», и там в обсуждениях можете спокойненько написать, либо же на стене напишите, какие бы вы хотели видеть еще тесты. У меня уже несколько тестов есть, я уже сюда буду вписывать кое-что и тестировать после того, как заполним уже все заправки, пройдем. Ну, а если у вас еще есть варианты, пишите либо в комментариях, либо в группах. Буду рад и проверю. Ну что ж, друзья, товарищи, надеюсь, вам нравятся эти испытания. Пишите в комментариях, что еще хотите видеть. И не забывайте подписываться. Это для новых. Всем пока, до следующих видео.